В рамках культурного обмена между Россией и Катаром в 2018 году Ингушетия примет участие в Днях культуры России в Катаре. Детали предстоящей поездки глава Ингушетии сегодня обсудил с ответственными лицами. Глава региона поручил Министерству культуры республики подготовить выставочную экспозицию и программу, которая наиболее полно отразит национальный быт, традиции, народные ремесла, танцы и песни ингушского народа. Министерству экономического развития региона дано поручение подготовить инвестиционный портфель. Напомним, что в ноябре в рамках деловой площадки Санкт-Петербургского международного культурного форума между Россией и Катаром было подписано соглашение о проведении в 2018 году перекрестного года культуры. Поэтому с Минкультурой России все эти вопросы обсудить, заявки подать, да, чего, как. Именно в тот период, когда наша делегация будет там в Катаре, надо максимальное участие уже наших артистов в том числе. Ну и посмотреть там программу, как, что мы делаем и какие коллективы с собой вывозим. Это одна тема. Второй вопрос, именно там же представление инвестиционного портфеля. Надо проработать красивые, хорошие проекты, чтобы они соответствовали международным стандартам. И посмотрев на это, чтобы люди, там инвесторы, планировали для себя. А для того, чтобы это сделать красиво, хорошо, рабочим проектом, надо понимать, в чем нуждается Катар. Что у них там импорта и что у них экспорта. Где у них основные проблемы. Ценовая политика. Кучу вопросов надо обсудить. Чтобы там уже заинтересовать, там, уже понимать, чем мы едем и кого везем туда. Ну и список тех товарищей, которые там представят свои проекты, свои возможности в том числе.